первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина в рамках партийного проекта «Историческая память» приняла участие в мероприятиях, посвященных пятилетию присвоения Звенигороду почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести». Вместе с жителями города Лариса Лазутина возложила цветы к одноименному мемориалу в сквере на улице Советская. В памятном мероприятии также приняли участие члены общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Звенигорода и жители города. Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к стеле.